Село Смоленское. В райцентре 1500 домовладений. На сегодняшний день почти половина имеет возможность пользоваться природным газом. Голубое топливо появилось у жителей во многом благодаря программе догазификации. Так, за последний год удалось построить 2 распределительных газопровода общей протяженностью 12 километров. Общая сумма затрат превышает 70 миллионов рублей. По 22-й ГРП на сегодняшний день уже имеют возможность подключиться к газопроводам 159 домов, по 23-й ГРП обеспечили возможность подключения к газопроводу 186 домовладений. На сегодняшний день у нас мобильный офис периодически работает, людей мы приглашаем на заключение договоров. Договор на подачу природного газа оформили 150 семей. Еще около 200 имеют такую же возможность. Местные власти надеются, что население оперативно сменит уголь на экологичное топливо. Это экономически, во-первых, обосновано. Во-вторых, нужно сказать, что в настоящее время же проблема дров, проблема угля. И в настоящее время уже не надо будет думать, где, чего и как. Поэтому в настоящее время, не имея даже того и другого, газ решит все проблемы. Сейчас в Смоленском строят еще один распределительный газопровод протяженностью 600 метров. А до конца этого года специалисты смонтируют еще 3 участка. Общей протяженности 11 километров, и что позволит еще 300 домам подключиться к газовым сетям. В Смоленском районе, а точнее в селе Новотрышкино, тоже строят газопровод. Правда, работы более масштабные. Возводят 46 километров газораспределительных сетей. Большая половина уже проложена. До конца года объект введут в эксплуатацию.